Привет зрителям, передай. Ну чё ты, Шурик, играешь с ним? Видите, ребят, ползет. Все, ребят, он Шурик рядом здесь со мной. Что-то там выкапывает, ловит, охотится. Видите, он охотится на мышку. Вот только что покушал, а инстинкт у него есть. Ищи, ищи, охоться, охоться. Некоторые люди говорят, зачем вы их кормите. Они к этому привыкнут и не будут охотиться. Видите, он охотится. А, смотрите, там жук большой. Жук ползет большой, он его это пропустил. Пропустил его, Шурик. Смотрите, какой охотник важный. Играет. Видите, жука преследует. Жук ползет. А он даже его не трогает, просто перед ним ямки роет. Смотрите, ямки перед ним роет. Перед жуком. Играет. Давай, давай, продолжай. Пытается его морду остановить, а жук ползет. Кто-то его потерял. Смотрите, Шурик какой уже стал крупный, пушистый. Большой стал. Хвост такой пушистый, ребят. Ну чё ты, Шурик, играешь с ним? Видите, ребят, ползет. Шурик, это ниндзя прям. Вы знаете, они так играют с добычей, даже когда если мышку прихватят, потом начинают с ней играть. Видите, это инстинкт охоты, хотя он совсем покушал недавно. Смотрите, электрорасческа, видели? Все, пошел. Ладно, давай, Шурик, пока.